А спонсором этого выпуска является Quark.ru. Quark.ru – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Для многих стало очевидно, что бизнес, который сейчас актуален за рубежом, со временем придет и к нам в страну. А на какие направления обратить внимание, смотрите в этом выпуске. А перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Умная кровать Ford. Ford создал кровать, которая не дает влюбленным спать на чужой половине. В ней используется установка, которая подстраивается таким образом, чтобы каждый партнер был на своей стороне в момент сна. Датчики регулярно отслеживают положение и механизм, как конвейер автоматически возвращает его обратно. Согласно исследованиям, каждый четвертый человек, состоящий в отношениях, лучше спит в одиночку. Поэтому такое изобретение решает огромное количество проблем семейных пар. Причем реализовать чуть более дешевый аналог можно и у нас в стране. Фондовый рынок. Как вы думаете, какая отрасль самая высокодоходная? Это фондовый рынок. Самые богатые люди мира – Билл Гейтс, Джефф Безос и Уоррен Баффет – заработали на нем свое состояние. Присоединяясь к фондовому рынку, вы начинаете работать в самой высокодоходной сфере. Чтобы добиться успеха на фондовом рынке, нужно обладать информацией. Чем раньше вы получаете информацию, тем больше денег сможете заработать. Но где взять качественную информацию? Здесь мы хотим порекомендовать РДВ – самая крупная медиа по российскому фондовому рынку с аналитикой по российским акциям. Информация в канале появляется очень оперативно, во многих случаях даже раньше, чем в СМИ, у брокеров или банков. Особенно интересны инсайты и факты от источников. У канала более 200 источников – это сотрудники международных фондов, инвестбанков и аналитических компаний, сотрудники компаний-эмитентов, чиновники, отраслевые эксперты и журналисты. Помимо аналитики компаний, РДВ выпускают удобные новостные брифинги, образовательные посты, прогнозы курса валют, опросы инвесторов. В общем, всю необходимую информацию, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Канал подойдет как опытным инвесторам, так и новичкам. Ссылочку мы оставили в описании к видео. Переходи и присоединяйся. Выращивание растений без почвы. Не так давно стартап из США представил на Kickstarter одноименную систему на базе гидропоники. Уникальна она тем, что с ее помощью можно выращивать растения без грунта и горшков. Необычный внешний вид и функционал уже обеспечили проект более чем на 5 миллионов долларов. В основе лежат специальные керамические сосуды, в которые растения могут развиваться без почвы. Стенки сосудов сделаны пористыми и рельефными. Благодаря этому в системе удерживаются семена или корни уже проросших растений. Стоит такая установка 59 долларов и идеально подойдет для старта небольшого домашнего бизнеса. Биоупаковка Оха. Команда лондонского стартапа придумали съедобную альтернативу классической пластиковой упаковке. Она производится из экстракта морских водорослей, что делает себестоимость крайне низкой. При этом материал полностью лишен вкуса и является съедобным. Упаковка быстро растворяется и исчезает, поэтому Оха можно выкинуть, не переживая за безопасность для окружающей среды. Это отличная альтернатива классическим пластиковым бутылкам, и в перспективе она может применяться как для упаковки воды, так и других продуктов. Бизнес очень интересный, не имеет аналогов и обладает неплохими перспективами. Так что рекомендуем как минимум следить за развитием этого проекта. Портативные Pocket Drum. Если вы всегда мечтали стать барабанщиком, то прекрасно понимаете, сколько трудностей создают регулярные тренировки. Аренда репетиционных точек и дорогостоящего оборудования многим не по карману. Репетировать на настоящей барабанной установке в стенах хрущевок не предоставляется возможным, поэтому для каждой тренировки начинающему музыканту придется арендовать помещение. Эту проблему полностью решает установка Pocket Drum 2. Она издает реалистичные звуки ударных, которые имитируют наиболее распространенные барабаны. Это установка, которая позволяет тренироваться в любое время суток, в любом месте, и еще до релиза ребята собрали более 20 миллионов на реализацию проекта. Так что уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что крайне перспективное направление для бизнеса. Ссылочку на Pocket Drum мы оставили в нашем закрытом телеграм-канале. Электрические велосипеды. Сейчас мы можем видеть большой тренд на рынке электротранспорта. Электровелосипеды и двухколесные скутеры буквально заполонили крупные города. Электровелосипеды и скутеры являются идеальным экологически чистым транспортным средством для современных городских улиц, загруженных авто. И зарабатывать на их продаже можно очень большие деньги. Еще одной возможностью заработать в этом направлении является продажа комплектации и обслуживание такой техники. По мере развития технологий на рынке постоянно появляются новые модели, что делает продажу, аренду и обслуживание электровелосипедов и скутеров актуальной возможностью для бизнеса на долгие годы. Hello – сенсор для любого монитора. Компания Bluver выпустила устройство Hello X2, которое позволяет сделать сенсорным любой экран. Устройство совместимо
совместима с большинством мониторов и ноутбуков на macOS, Apple и Windows, размещается в правом верхнем углу экрана и подключается по USB. Благодаря инфракрасным лампам и камерам гаджет отслеживает движение и отдает команды с максимальной точностью и, что немаловажно, без задержки. В общем, совершенно точно можно сказать, что Hello – будущее, тем более, что стоит оно всего $79 и пока еще не представлено в России. Сайт Hello смотрите, как всегда, по ссылочке в нашем телеграм-канале. А на этом сегодня все. Напиши в комменты, какая из идей понравилась и почему. А по ссылочкам на экране можешь посмотреть наши предыдущие выпуски. Всем пока!